Зрители, подписчики, добрый день. В общем, ребята, собрал я сейчас, я вам уже вчера показывал, рассказывал. Собрал я, значит, полностью сейчас там детальку. Высохла. Сейчас собрал сцепление, сейчас покажу вам. ПГУшка летел туда. Все, доставил, сейчас выкрасил ее. Все, ничего не шевелится, затянул болтами. Все отлично. Поставил пружинку. Все нормально, все работает. Сейчас крышку поставлю на место. Вот. И хочу, значит, что дальше сделать. Вот машина стоит. Здесь вроде сухо все. А вот здесь вот, видите, мокрое. Сальник подтекает. Сейчас хочу раскрутить эту фигню, попробовать сальник сюда подобрать какой-нибудь. Не знаю, чем это закончится. Но вроде наши российские сюда можно втулить. В общем, буду сейчас его, сейчас сниму, гляну, что там вообще за хрень. Ну что, снял я крышку верхнюю. А тут, ребята, полная печаль. Охереть. То есть эта срань работать не будет. Класс. Класс, ребята. Да. Вот прелести старых машин. Так, что у нас тут? Сальник. Опять фантазировать. Ну что, буду фантазировать. Сейчас надо вал вытащить. Не знаю, вытащится он, не вытащится, в принципе, должен. Попробую его вытащить. Вот. И буду смотреть, что с этой херней можно сделать. Печаль, да, печаль полная. Работать она не будет. В общем, ребят, вытащил такую втулку. Есть у меня мысли, как ее сделать. В общем, точу втулку. Сейчас ее заполировал. Вот. Сейчас надо еще правочку сделать, чтобы вот эти заусенцы убрать. Вот. Потом дальше буду вам показывать всю эту химию, блин. Чё тут напридумывал, блин. Так, ребята, заполировал. Сейчас фокусируется. Вот так сделал заходик. Сейчас буду греть. И эту трубку, втулочку насаживать. На вот тот кончелыжный вал. Вот так вот, ребята, я эту втулочку сюда одел. Сейчас фокусируется. То есть нагрел я ее феном и сюда отдел с натяжечкой примерно, да, наверное, сотки 3-4. Села она вовнутрь. Здесь стоит подшипник, работает. Значит, еще у меня в планах снять вот эти колечки. Вот это вот теперь у меня вот так выглядит. Сейчас она остынет. Вот так у меня выглядит подсальник. Значит, колечки я сниму. Надо колечки такие купить. Вот, рулевую я разбирать не стал. Были у меня мысли проточить, но там целая заморочка. Потом дальше. С чем я столкнусь в будущем? То есть придется мне сейчас выковырять вот этот американский сальник, отправить его на свалку.
Он мне, в принципе, не нужен. Да, он мне и не интересен, сколько он будет стоить. Он мне нахер не нужен. То есть я его сейчас выковыриваю отсюда. У меня осталась вот такая втулка, с которой я точил. Вот. Осталась у меня вот такая втулочка. Я по этой втулке подберу сальник. Наружный диаметр меня не интересует вообще. Сколько он бы ни был, я эту всю фигню зажимаю и растачиваю до того размера, который мне нужен. Который конкретно по сальнику. Все остальное, все, как говорится, трусы. Ну, вот так примерно. Значит, вытащил я с крышки. Вот крышка. Вытащил я, значит, с крышки вот такое дно, какое-то колечко. По всей видимости, это то ли пыльник, то ли какая-то, ну да, пыльник. Вот. А вот сам чудо американской техники. Вот такой сальник. Все это мы отправим на мусорник. Значит, показываю. Может, кому-то это надо, кому-то нет. Кто-то может будет делать себе, кто-то это уже делал. В общем, вот это, вот этот выступ, это опорный подшипник. Сейчас покажу. То есть вот это я уже все собрал, на место поставил. Блин, блестит. Вот это опорный подшипник. То есть он ложится вот сюда. Теперь, что мы имеем? Вставляем вот эту срань сюда. Вот она, все села. То есть, все отлично. Все нормально. Значит, здесь я в этой крышке протачиваю просто, ну, тупо диаметр. Я еще не знаю, фантазировать не буду. Поеду на резинотехнические изделия. То есть вот тут у меня получился диаметр. Блин, блестит, не видно ни хера. 35. То есть внутренний мне нужен 30. А наружный какой будет, самый узкий. То есть я вот так вот все это дело делаю выборку под сальник до глубины вот этого выступа. Вот он, выступ. В принципе, вот это, вот этой глубины мне хватит. Все, то есть я прогоняю. Вот сюда оставлять ничего не буду. То есть вот этот кусок не вижу, не снимаю, не то. Вот, то есть здесь прогоняю под сальник. И все, сюда его запрессовываю. Это уже будет завтра. Сегодня магазин уже закрылся. И все. То есть рабочая часть, получается, вот это она будет. Вот эта часть рабочая. И все. Потом, соответственно, можно что сделать? Все это собрать, залить масло. Я тут срач устроил, блин. Все потекло. Завести глаза под лоб. И покрутить рулевую, посмотреть, как оно, что будет, не будет пропускать. Думаю, не будет, уже делал это неоднократно. Ну, будет, значит, придется нагревать меньше. Ну, вроде натяжку сделал хорошую. Села она там. Тем более, вот тут, конечно, место было ужасное, пожратое, а идеальное, ровное было с той стороны внизу. В общем, такая, ребята, ерунда. Вот так я попробую сделать это все. Когда соберу, все вам покажу.